Доброе утро всем. Днем Победы. Сегодня 9 мая. Первый раз в истории День Победы отмечается вот так вот, без людей, на улицах, без парада на улицах людей. Ну, парад-то есть, но людей нету. Вот, это впервые такое. Ну, думаю, будут и хорошие времена. Вот. Не буду слишком много патриотического вам говорить. Вот, потому что не привык громкими словами разбрасываться. Вот. Да. Победа, конечно, досталась тяжелой ценой нашему народу. Погибли миллионы людей, которые могли бы стать отцами, дедами, бабушками, дедушками, в общем, все. Ну, вы видите. Сейчас столько патриотов, которые кричат со всех этих, я считаю, патриотами, те, которые живут там, у себя на родине. Там, у себя на родине. Они в Лос-Анджелесе, Майами, Калифорнии или других хороших странах таких, благополучных, и оттуда кричат лозунги. Я считаю патриотами простых людей, которые живут в России, в СНГ, которые даже спустя 75 лет после окончания войны верят, что светлое будущее наступит. Вот. Даже если за 75 лет еще тяжело, но все равно наступит, когда-нибудь наступит. Вот эти люди патриоты. Вот этих людей я считаю патриотами, а не те, которые... Да, они тоже есть, но хорошо, когда, живя в Калифорнии, Майами, вот, оттуда кричат, вот. Сейчас столько этих патриотов стало. Я так их называю лжепатриотами. От них больше вреда. Вот. Как хотите, так и поймите, я говорю, как есть. Вот. Я патриотами считаю простой народ, который живет во Владимирской области, Нижегородской области, где действительно это самое, в Свердлово-Урале, в Сибири. Вот. СНГ в других странах живут и продолжают верить, что все будет хорошо, что все это не зря. Вот это патриоты. Вот. Вот так вот. Ну, это тоже, может, патриоты в душе, но я себя тоже, я здесь живу, ну что, я патриот, что ли? Я буду отсюда кричать, орать. Какой я патриот? Вот. Конечно, я люблю свою родину, свою историю, не меньше, чем другие, может, даже больше, чуточку. Но лицемерием я не люблю заниматься. Я же вчера ролик записал, что любит наш народ. Наш народ сейчас... Повально. Сплетни, шоу, скандалы. Вот. Как бы то ни было, для них подавай скандалы побольше, пожирнее. Вот. Вопросы вчера возникло. А что там это, ребята? Ну, бывает, да. Бывает иногда. Врывается вот так вот. На все это смотришь, блин. Потом сидишь, думаешь,
Так мир-то уже не тот. И пора бы уже с этим смириться. Давно пора. Уже надо знать, что твое доброе слово могут расценить по-другому. Вот. Твою помощь могут сделать так, что тебе же во вред. Сегодня хорошо, солнечно, вот так вот. Я вот просто показываю парк, не рекламирую, а показываю. Для кого надо, это поймет. Не рекламирую я парк, я просто показываю природу. И когда я готовлю что-то, тоже не рекламирую я, а просто показываю, как готовят. Вот. Не рекламирую, это не реклама. Чисто, хорошо вот здесь вот погулять. Такие дни, вот, если бы не это карантин, людей бы здесь было. Помните, я снимал? Очень много людей. Шашлыки делают, сидят, барбекю делают, народ выходит. А сейчас, видите, никого нет. Никого. И полиция не ходит, никого не ловит. Ни за кем не гоняется. Просто народ сам знает, что нельзя, и все. Вот это я понимаю. Здесь скоро уже снимут все ограничения. Основные, внутренние. И авиасообщения со многими странами. Видите, даже здесь мечеть есть, чтобы... Кто отдыхает здесь, например, время настало намаза. И вот пришел вот в мечети, помолился. Вот. Все условия созданы. Столы, стулья вот так сделаны. Вот. Красиво. Красиво, хорошо. Естественный рельеф природы создан. Без всяких там. Парк Ривьера, вот в Сочи есть. Такой парк был. И как-то Олимпиаду объявили. Вот. Я туда зашел. Мама родная. Там через каждые 5 метров киоски по продаже чего-то. По продаже чего-то. Столько этих вот. Ой. Везде поставили этих торгашей. Ну, естественно, под чьим крылом они работают, это ясное дело, но там уже не был парком. Уже идешь уже, там везде вот эти, чуть ли не насильно тебя в эти торговые эти. Вот. И все большие деньги. Развлечения тоже, стрельба, там и шарики, марики, цветочки, меточки, все за большие деньги. А вот я так здесь смотрю, таких вот здесь не бывает, вы понимаете? Человек пришел отдыхать, но не нужно ему вот эти всякие вот эти пихать. А человек пришел просто природой отдохнуть и отдыхает. Вот. Без всяких этих. Вот так и должен человек жить. Вот. Спокойно, тихо. Мирно. Я еще раз говорю, это просто прогулка по парку, а не реклама. А не реклама. Я и готовлю пищу, показываю. Тоже это не реклама. Вот. Тогда можно под рекламу сбивать, если кто-то показал крупу манную, это тоже реклама. Кто-то показал борщ, это тоже реклама. Сам суп показал, тоже реклама. Кто
кто готовит. Это что такое? Это не реклама. Просто человек показывает то, что людям хочется, и самому, чтобы поделиться с кем-то, сделать кому-то немного приятнее. Неужели это... Обалдеть. Ну, всех с праздником, дорогие мои. Вот. Кто бы где ни жил. Вот. Это праздник наших дедов, отцов. Вот. Тех, кого нет с нами, вечная память. А те, которые живы еще, молодцы. Дай Бог им долго-долго еще жить. Вот. Всех вам благ. Пока-пока.